Добрый день, дорогие друзья и гости моего канала. Друзья, вот хочу приготовить гуся в духовке. Буду готовить, думаю, как я буду готовить. Сначала хочу показать, что это у меня гусь, самый настоящий, это не утка, еще раз говорю. Поэтому весу здесь 4500. Так, для начала я вот эту вот уберу, шею, а то много места занимает. Шею вот так. Все, убрала. Блин, ножа жалко, но что сделать уж, как-то надо же. Так, ну хороший нож, видите, вот сталь, чистый сталь, Гаврил подарил. Из гуся, короче говоря, я из гуся хочу сделать цыпленка. Вы понимаете, о чем я? Если будет у меня не цыпленок табака, а гусь табака или в табаке, точно не могу сказать. Так. Итак, друзья, гусь у меня будет жариться в духовке. Вот такую операцию сделать, вот так. Разрезать, опять постучать ножом. Вот так. И до конца. Разрезала гуся. Теперь я должна как ее растопырить. Раскрыть. Так. Так, сделаем. Как же сделать, а? Чтобы она... Так, может быть... Ах, поняла. Может быть, вот попробуй-ка вот так. Если у меня не получится, я быстренько в кастрюльку и буду варить. Вот, видите? Вот так. Помогаю ему вот так раскрыться. Вот, вот так, чтобы вот так вот лег гусь. Вот, видите? Вот так. Вот это будет у меня гусь в табаке. Правильно говорю, неправильно? Так что я сразу говорю, могу неправильно этот сказать. Вот так. А честно говоря, вот этот жир я лучше уберу. Зачем он нужен здесь? Это холестерин натуральный с этой стороны. А где-то буду суп варить для жирности, для цвета. Вот так вот. Вот так. Так-так-так-так-так. Нарежу и обжарю с луком. И будет вкусный супец. Так, лишнего жирка нету. Это мы не убираем, вот эту часть. Это мы любим. Так, на нее у нас очередь. Так, теперь можно вот тут, я так думаю, это тут мясо грудинка. Вот так. Гусь мой, что хочу, то и делаю. Вот, все. Вот так разрезаю. Сейчас вам покажу. Все, смотрите. Карман. Вот тут обмазываю. И могу... Так, дальше. Вот. Смотрите. Ужас. Что она творила? Скажите. Вот. По крайней мере, будет испекаться легко. Вот. Все. И отсюда вот воздух горячий зайдет. Будет печься, жариться. Так. И с этой стороны. Поэтому я не испортила. Раз берусь за эту сторону. Так. Так. Все. Все. Так, гусь готов. Теперь буду обмазывать. Чеснок. Чеснок тут у меня вот прям на глаз. Соевый соус. Вот тут кориандр. Чуть-чуть можно. Паприку. И вот перец молотый красный, самый главный ингредиент. Вот. Я его прям тут и на месте намажу. Соль сюда вот. Все на глаз. Смотрите, теперь я вот сюда, вот видите, у меня раскрыла. Тут грудинка, она будет вкусная, сочная, а то вечно она вот, знаете же, все равно суховатый внутри. Хоть как, пускай готовит. А тут вот я нормально придумала вообще. Молодец. Вот, видите, раскрылась. Грудинка. Так, намазала. Так, теперь вот этот перец так натираю. Вот так натерла. Даже вот сюда мне еще чуть-чуть надо, потому что все равно перчинкой любим. Так, вот чуть-чуть. Нормально. Так. Вот такой гусь очень будет вкусный. Всю тарелку сюда вот так. Все. Все тут шею тоже. Все. И оставляю. Пускай пропитывается. Потом покажу, что я буду дальше делать. Вот так. Вот. Шею туда. Пускай там готовится. Все, вывернула. Вот эти все грудинки. Ну, промариновали специями.
Вот видите, противень 60 на 60. Так вот, и так вот все, вы видите, все тут со специями, сочный будет, вкусный, красивый. Вот такой огромный гусь на весь противень. Отправляю в духовку. Так, друзья, начистила я картошку и поделила на 4 части. Теперь вот у меня есть приправа для картофеля по-деревенски. Я насыплю вот. Это достаточно. Перемешаю. Ой, посмотрите, какой у меня тут гусь. Так, он большой. Такой красивый. Гуся приподнять. Он у меня где-то час уже в духовке. И положить перину. Под гуся вот картофель. Так, я поднимаю вот так. Ничего я тут не убираю, тут ничего такого нету. Поверьте, это будет очень вкусно. Гусь будет на перине лежать. Так, с этой стороны. Сейчас. Вот так, поднимаю. Вот этот картофель отправляю вот на эту сторону. Все, замечательно. Посмотрите, какая красота. Все, теперь отправляю заново в духовку. И пускай там жарится, парится. Вот такой гусь на перине прям. Очень вкусный. Если гусь понравится, то ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал.